Привет, девчата, хозяюшки. Сегодня мы делаем разрыхлитель для теста. У меня до магазина 5 километров, и не всегда сбегаешь за вот такой штучкой, а печем мы очень часто. И вот теперь самостоятельно сделаем, и нам надолго с вами хватит. Это будет и дешевле, и надежнее. Нам понадобится 12 ложечек, 12 порций муки, 5 ложечек, 5 частей соды. Раз, два, три, четыре и 5. Постарайтесь пропорции соблюдать. И 3 части размолотой лимонной кислоты. Раз, два, три. Все это нужно тщательно перемешать и хранить в закрытой баночке очень плотно. И не надо бегать ни за какими разрыхлителями. Попробуйте, кто часто печет, это палочка-выручалочка. Пока-пока!